Всем добрый день! Вы на канале «Все своими руками». И меня зовут Анна. И по многочисленным просьбам я решила вам показать цветок айхризон, который отцвел, снова цветет, снова отцвел. И мы будем его чеканить, обрезать. Он с ноября месяца все цвел, цвел. Вот такие соцветия, как вы видите. После цветения он снова цветет, этот цветок. Он не умирает, как обычно говорят, что он умирает и пропадает. Нет. Мы его обрежем. И он дальше будет продолжать жить. Я обязательно вам сниму видео. Я снимала в августе, и, как вы видите, цветок у меня живой. Вот цветок мы обрезали, обчеканили ненужные соцветия, которые цвели, сделали красивую форму. Поближе вам покажу. Видите, какой красивый стал цветок. И вот цветы, которые цвели всю зиму, обрезала. Сегодня у нас 19 апреля 2019 года. И цветок по-новому будет у меня расти. Вот мои цветы, которые еще, а вот которые я пересадила. Еще маленькие пересадить. А эти пасынки. Они полежат 2 часа, водичку поставим, и будут новые мои цветочки. Кому понравилось, как я выращиваю свои цветы, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Вы были все своими руками. До новых встреч. Приятного просмотра.